собачья жизнь не так уж и плоха, если идти в ногу с хозяином. А идти нужно непременно, чтобы бедро собаки было параллельно ноге хозяина, иначе баллы снижают. Все о счастливой собачьей жизни в самом добром утре. На термометре минус 20, а на лицах и мордах задор и счастье. На дорожке в категории «Макси» соревнуются тяжеловесы. Задача собаки – быстрее соперников перетащить автомобильную шину. Миссия хозяина – психологическая поддержка своего питомца. Без нее никак, ведь они – команда. Это общественно-развлекательное мероприятие для владельцев обычных собак, которые, как правило, сидят дома, и вдруг у них появляется возможность показать себя на людях, что они умеют или не очень умеют, может быть, нужно готовиться. Такой праздник, чтобы люди могли гордиться своими собаками и в то же время, может быть, понимали, что с ними надо иногда и заниматься. Соревнуются лохматые спортсмены не за медали и подарки. Похвала хозяина – вот лучшая награда. Хотя, если ласковое словечко подкрепить кусочком колбасы, да, путь и к его сердцу лежит через желудок. Прежде чем брать собаку, надо думать, какая порода и сможешь ли ты выложиться в нее. То есть, ну, эту собаку вот я брала, я знаю, то, что она физически много требует. Она требует общий курс дрессировки, воспитания. То есть, такую собаку просто так в дом не возьмешь. Ну, никак. У нас собака активно занимается кулингом, то есть, тасканием тяжестей. Для него это в радость. То есть, мы видим шлейку даже дома, мы до потолка прыгаем, мы уже знаем, чего, как и зачем. Нельзя однозначно сказать, кто кого в этом человеко-собачьем дуэте воспитывает. Но во всяком воспитательном процессе обеим сторонам нужны терпение и любовь. В жизни как человека, так и собаки главное – хорошее воспитание, дружба, отличный воспитатель. На! До встречи! Живите интересно! Ты снял это! Молодец!